Всем привет! Сегодня приготовим замечательный, вкусный и сытный фасолевый салат с охотничьими колбасками и сухариками. На 6-8 порций понадобится 200 грамм охотничьих колбасок, 200 грамм консервированной фасоли, 100 грамм моркови по-корейски, 100 грамм полутвердого сыра, 100 грамм белого хлеба, 1-2 столовые ложки майонеза, пол чайной ложки горчицы, черный молотый перец по вкусу. Начнем! Хлеб нарежьте небольшими кубиками. Переложите на противень и подрумяньте в духовке минут 10-12 при 180 градусах. Достаньте, пусть остывает. Тем временем охотничьи колбаски нарезаем кружочками. Сыр нарезаем мелким кубиком. В салатник отправляем колбаски, сыр, фасоль, морковку по-корейски, добавляем черный перец, заправляем соусом из майонеза и горчицы и перемешиваем. Сухарики кладем непосредственно перед подачей, чтобы они были хрустящими. Украшаем зеленью и вуаля, салат готов! Вкусно и просто! Приятного аппетита! Балуйте себя и своих близких!